будем штурмовать Дунтыне. Они будут сопротивляться. У них есть оружие. Какие нас ждут укрепления, неизвестно. Ваши враги совершили государственную измену. Геральт, хорошо, что ты здесь. Готов идти на Дунтыне? Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задачу нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынна состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынны? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно, но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Началось. Быстрей! Берем коней для Родерика и валим отсюда! Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем! Не так быстро! Придется изменить планы. Убить его! Родерик отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть! Прав был Родерик. Быстрее! Грузите ящики на телегу! Тут кто-то есть! Прорвались с той стороны! Все сюда! Убить его! Мерзавец!
оставь мне жизнь. Я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки-центрийцы? Я знал. Я знал, что нельзя давать им кров. Где они сейчас? В замке готовятся бежать. У них есть спутница, женщина по имени Сиана? Разумеется. Это она меня убедила их принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак, я бы все для нее сделал. Где она? В замке? Да. Ее комната в башне. На самом верху. Где похищенная девушка? Что? О чем? Какая девушка? Я ничего не знаю. Ни о каком похищении. Это, видно, мои гости. Что со мной будет? Держи, прижми к ране. Должно остановить кровь. Спасибо. Что там такое? О, Анюшка! Лизыси! С тыла зашли! Получилось! Гною, гадину! Я тебя на куски порву! Сгною, гадин! Я тебя на куски порву! Гною, гадину! Я тебя на куски порву! Гною, гадину! Я тебя на куски порву! Гадину! Я тебя на куски порву! Сгною, гадину! Я тебя на куски порву! Это ваш последний шанс. Сдавайтесь. Во что нас эта сука втравила? Бей его! Вперед!
пробраться в замок. Они мне за все заплатят! Ожидал найти вас здесь. Мы подумали, что помощь тебе не помешает. Ведьмак, нет времени объяснять. Где Рена? Думаю, внутри мы все узнаем. Так пойдем уже. С тобой? Что с тобой, если кто из них? Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Прости, я тебя подвел. Осталось найти сестру Анны Генриетты. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерика, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый сангриаль. К чему ты клонишь? Не надо. Не строй из себя дурочку. Я знаю, что все это часть твоего плана. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Детлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя, ты должен выслушать Геральта. Рена не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты, княгини Тусента. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в Баклер человека по прозвищу Центриц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Угу. Мне очень жаль, Детлов. Ты был лишь частью ее плана. Ты придешь в Тесхам мутно и все объяснишь. Не придешь, я сравняю Бакалер с землей. Обещаю, даю 3 дня. Я буду ждать.
Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Думаешь, он выполнит свою угрозу? Не знаю. Когда он впадает в ярость, он непредсказуем. Я пойду к нему. Прости, что? После того, как... Вы не знаете Детлофа так хорошо, как я. Если я его не послушаюсь, он правда уничтожит город. У него хватит на это сил. В тебе зашевелилась совесть? Лучше поздно, чем никогда. Так же? Что ж, это представляется лучшим выходом. Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана. И все-таки это ты. Сестричка, во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься, правда? Я понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь. Но обещаю, что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах. Мы еще об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернемся. Слушаюсь, ваша милость. А тебе, ведьмак, моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Родериком манипулировали, точно так же, как и вампиром. Кстати, ты выяснил, кто похитил его возлюбленную? Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость, я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлоф. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоны живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Баклер. Он посмел нам грозить? Ваша милость, у нас есть 3 дня, чтобы привести ему Сиану. И... Замолчи. У вас 3 дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь. Она так легко ничего не забывает, особенно угрозы. Да. Даже я вынужден признать, что Детлоф вел себя совершенно неподобающе.